поклоняемся Тебе. И, Господь, мы так рады за это время, воскресенье, когда мы можем идти в Твой дом, чтобы поклоняться Тебе. Дай нам ценить это время, Господь. Дай нам ценить Твое присутствие. И, Господь, мы хотим сказать Тебе сегодня от всего сердца, что Ты один наш Господь, Иисус Христос. Мы принадлежим Тебе, мы Тебе поклоняемся, и мы имя Твое провозглашаем. Мы благодарим Тебя за каждого человека, который с нами здесь, Господь, в церкви, и за каждого человека, который с нами через интернет в разных местах, в России или в других странах. И мы благодарим Тебя за то, что Ты богат для всех, призывающих имя Твое сегодня. Во имя Иисуса. Аминь. И аминь. Слава Господу. Давайте мы прославим Его место. И, пожалуйста, скажи, повните соседу своему и скажите, что я так обрадовался, когда я видел тебя сегодня. Правда. Аминь. И я так обрадовался, когда я видел хор слова жизни сегодня. Аминь. Они красивые, правда. Давайте мы поблагодарим Господу за них. Аминь. И за всех, которые служат нам. И которые поют и играют. И, пожалуйста, садитесь. And thank you so much, every one of you. Спасибо большое всем вам. Amen. А Сергей, ты справишься? Yes. And as Pastor Sergei said, как пастор Сергей сказал, big greetings from Saratov. Вам большой привет из Саратова. I was there in this week. Я был там пару дней назад. They were celebrating their 20th anniversary. И они праздновали там 20-й день рождения. Wonderful church. Замечательная церковь. Wonderful leaders. Замечательные лидеры. Growing. Растут. They have their building, у них свое здание, and doing a wonderful work for the Lord here. И они там проводят замечательную работу для Господа. So we're so happy. Поэтому мы очень рады. For every church, за каждую церковь, whatever denomination it belongs to, какой бы она ни принадлежала деноминации, for every church, за каждую церковь, that lifts up Jesus Christ, которая поднимает Иисуса Христа, preaches the gospel, и проповедует Евангелие. Весь народ сказал, Amen. So we are right now in an evangelization month. Итак, сейчас у нас месяц жизни в благовестии. Amen. We are preaching the gospel like never before. Мы проповедуем Евангелие как никогда раньше. And there's so many things going on in the church. И так много всего происходит в церкви. I asked the pastors for some testimonies. Я попросил у пасторов некоторые свидетельства мне дать. And I have a handful here. И у меня здесь полная рука. All of the kind things that has happened during the last weeks. А которая описывает всякие разные события, которые произошли на прошлых неделях. People that are getting saved. Люди спасаются. People in the church that are evangelizing. Люди в церкви евангелизируют. On the Novi Arbat. На Новом Арбате. In the home groups. В домашних группах. All over the city. По всему городу. И картонная евангелизация. Картонная евангелизация вот это. Это когда говорить не можешь, заикаешься, вешаешь картонку и все читают просто. Amen. Okay. Amen. Well, there are so many wonderful initiatives. Но, на самом деле есть очень много замечательных инициатив. And so many people are getting saved. И так много людей спасается. And we have one testimony. И у нас есть одно свидетельство, that we want to show you here on the которое screen. Мы хотим показать вам на экране. The big screens are not working only this week. Большие экраны не работают сейчас. But this is just the salvation of one person. Но это о спасении одного человека. And let this encourage you. И пусть это вас ободрит. There is nothing greater. Нет ничего более великого, than what we're going to look at here. Чем то, на что мы будем сейчас вместе смотреть. Amen. Аминь. Вообразите миг падения небесной капли в океан забвения. Меня зовут Александр, мне 38 лет, я москвич. В течение почти 20 лет, быть может больше, я употреблял наркотики. Мне это нравилось, я перепробовал почти все препараты, я искал состояние, в котором мне будет комфортно. Бывших наркоманов не бывает. И я разрушил себя полностью, осталась одна внешняя оболочка. Появилось желание или измениться, или не жить вовсе. Я стал взывать к Богу и просить, чтобы он, я был сокрушен, чтобы он мне дал что-то, хоть что-то. Я кричал в небеса: Господь, измени мою жизнь, измени, я не хочу жить вот именно так, как до чего я дошел, до чего я скатился. Я потерял все практически.
И Бог услышал мои молитвы, и Он дал мне дар стихотворения. «Край небесный, что за синей далью, вижу я, как в зеркале себя, от меня не ускользни, надеюсь, что еще чего-то стою для тебя». Я поехал в Испанию, пробыл там полгода, решил вернуться, то есть я себя не видел там. И оказался в городе Сантандере, на площади, где я просил Бога, взывал к Нему и говорил: «Господь, дай мне церковь». Потому что без церкви я понимал, что я упаду очень быстро, так как я раньше был искушен. Буквально через несколько минут Бог ответил на мою молитву. Я шел по улице Сантандера и зашел в магазин под названием «Катюша». Я там познакомился с Мариной. Марина там работала. Я разговорился с ней, рассказал свою историю. И она сама спросила, есть ли у меня церковь. Оказалось, что она подруга жены пастора из нашей церкви «Слово жизни». И на следующий день я улетел туда, в Москву. Произошло чудо. Приехав в Москву, я попал в церковь «Слово жизни». Я там покаялся. Я крестился Святым Духом, и Бог меня повел дальше. То есть я пошел в библейскую школу. Я молился Богу о своих близких, родных и близких, о маме, папе. Пришла мама сначала, она покаялась, она тоже крещена Святым Духом, потом папа. За ней два брата, один из них сейчас в центре, в краеугольном камне, в реабилитационном центре для наркоманов. Младший брат играет в прославление на гитаре, славит Господа. Вот, очень чудно. Папа это вообще феномен, он учится в библейской школе, он учится сейчас вместе со мной. И все это произошло за год. Моя жизнь подобна вспышке света, засияя, меркнет в тьме ночной, ярким огоньком сгорающей кометы, кану в вечность. Да, и Бог со мной. Amen. Wow. Вот это да! Let's give the Lord a big hand. Давайте Господу поаплодируем. You know, these are the greatest stories of all. Это одни из самых величайших историй из всех. Amen. You cannot hear anything greater. Нельзя услышать ничего более прекрасного, than how a sinner, чем как грешник, gets saved. Спасается. And his father, его отец, и мама, и братья, amen. Все спасаются. And how God can move in a family. Как Бог может двигаться в семье. The Bible say, Библия говорит, the angels rejoice when they see this. Что ангелы радуются, когда видят подобное. I don't think they always rejoice when they watch the news of CNN on ORT or NTV. Я не думаю, что они так уж радуются, когда смотрят новости по ОРТ, РТР или CNN. Okay, хорошо. Amen. But this Но это is what warms our heart. То, что греет наши сердца. During this evangelization month, за время этого месяца благовестия, today it's only the 20th, сегодня только 20 число. But at least we know that in our meetings, just in our meetings, но мы знаем, что на наших богослужениях, только на богослужениях, 163 people has got saved. 163 человека приняли Христа в свое сердце. Amen. And in Lublino, за три дня на собраниях для бездомных людей спаслось 105 человек. Amen. And that is more than 260 people. Это больше, чем 260 человек, that has received Jesus, которые приняли Христа. So far during October. Вот до сих пор за время октября только. Amen. And this is what I believe the Lord wants. И я верю, именно этого хочет Господь. He wants to stir inside of us. Он хочет возгреть нас. Encourage us to see. Воодушевить нас, чтобы мы увидели. The harvest is plentiful. Что жатвы много. Amen. And how He's calling His workers. И о том, как Он призывает своих работников. Into that harvest. На свой Amen. So let's going to continue to talk about that today also. Сегодня же мы будем продолжать говорить об этом. And I want us to go to Luke 15. Я хотел бы, чтобы мы вместе открыли Евангелие от Луки 15 глава. Amen. In Luke 15. В Луки 15. Jesus tells three parables. Иисус рассказывает три притчи. Three stories. Три истории. But the subject is the same in all three of them. Но тема всех трех историй одинаковая. He speaks about what is lost. Он говорит о том, что было потеряно. A sheep that is lost. Овца, которая была потеряна. And then the coin that is lost. Монета, которую потеряли. And a son that is lost. И сын, который потерялся. But the summary of these stories. Но сумма всех этих историй. Is that they are lost. But not forgotten. Заключается в том, что их потеряли, но о них не забыли. Let us read. Давайте прочтем. The first of these stories. Первую из трех историй. Luke 15, verse 1. Луки 15, глава, с первого стиха.
Then all the tax collectors and the sinners drew near to him to hear him. Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. And the Pharisees and scribes murmured, saying, "This man receives sinners and eats with them." Фарисеи же и грешники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними. So he spoke this parable to them, saying, он сказал им следующую притчу. What man of you, having 100 sheep, if he loses one of them, does not leave the 99 in the wilderness and go after the one which is lost until he finds it? Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? And when he has found it, he lays it on his shoulders, rejoicing. И когда возьмет ее, найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью. And when he comes home, he calls together his friends and neighbors, saying to them, "Rejoice with me, for I found my sheep which was lost." И придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: "Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу." I say to you that likewise there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 just persons who need no repentance. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Amen. Amen. What is this story about? О чем же эта история? What does Jesus want to tell? Что же Иисус хочет нам рассказать? Well, the opening truth is very simple. Но изначальная истина этой истории очень проста. Things get lost. Вещи теряются. Sheep get lost. Овцы теряются. As many of you know, как многие из вас знают, I lived on a sheep for many years of my life. Я многие годы из своей жизни жил на овечьей ферме. And sheep, they have an anointing to get lost. И у овец есть помазание, чтобы теряться. They get lost. Они теряются. It's just in their blood. Это в их крови. And you have to go out and search for them. И нужно их идти и искать. I spent hours, days of my life. И дни, и часы своей жизни я потратил на это. Seeking for lost sheep. Искал потерянных овец. Up in the mountains, down in the valleys. Поднимался в горы, спускался в долины. They get lost. Они теряются. And in the same way. Точно так же. People get lost also. И люди теряются. People. Люди. Who are saved. Которые спасены. Люди, которые в церкви. По разным причинам. Теряются в этом мире. Они начинают постепенно отдаляться от Бога. Но это овца. Или это люди. Иисус говорит, что они могут вернуться назад. Но им нужна помощь. Они там. Они заблудились. For different reasons. По разным причинам. But there is someone, но есть кто-то, who wants them back again. Кто хочет, чтобы они вернулись назад. But they need to be sought for. Но им нужно, чтобы их кто-то искал. They need to be picked up. Нужно, чтобы их кто-то взял. They need help. Им нужна помощь to be brought back again. Для того, чтобы назад вернуться. And this is what Jesus wants to tell us. И именно это Иисус хочет нам рассказать. Through this story. Через эту историю. When he shared this, когда он поделился этим посланием, he is, of course, the man. He is the shepherd. Он, конечно, является тем, кто является пастухом в этой истории, you know, who loves the sheep. Который любит овцу. And he wanted us to understand something about himself. И он хочет, чтобы мы кое-что о нем поняли. How he is. О том, каков он. How he looks upon that one that is gone. О том, как он смотрит на тех, кто ушел. And this story, of course, he wanted to teach us with this story. И, конечно же, этой истории он хочет нас чему-то научить. How he wants us to be. О том, какими он хочет видеть нас. How he wants us to think. О том, как он хочет, чтобы мы думали. And what he wants us to do. И о том, что Он хочет, чтобы мы делали, когда кто-то gets lost in this world. Теряется в этом мире, like he is, как Он, so are we in this world. Такими и мы будем в этом мире. If you believe that, и если вы в это верите, let's give the Lord a big тогда answer. Давайте поаплодируем Amen. Сильно Господу. Amen. Because, потому since что, we are talking about evangelization this, коль this month, мы говорим о благовестии в этом месяце, I want this morning, this today, that our attention will be on this very thing. Я хотел бы, чтобы сегодня днем мы именно на этом и сосредоточились. There is, of course, a harvest of people. Конечно, есть целая жатва людей. Who, among people who have never known the Lord. Среди людей, которые никогда не знали Господа. But there is also a harvest. Но есть также еще одна жатва. Among people who once were here. Которая среди тех людей, которые однажды были здесь. They were Christians. Которые
которые были христианами, которые по-прежнему называют себя христианами, но при этом они уходят от Бога. Они уже не в христианском общении. Они уже не там, где Богу поклоняются. Они уже Ему не служат. Они такие же, как эти овцы, которые потерялись. И среди всех этих людей, и их вокруг нас очень много, есть жатва, которую Господь хочет, чтобы мы пожали. Потому что Он не хочет никого потерять. Аминь. So let's we're going to just stay with this story a little while today. Сегодня мы сосредоточимся или останемся в этой истории. We're not going to go anywhere else. Мы больше никуда не пойдем дальше. And just let this story speak to us. И мы позволим этой истории говорить в нашу жизнь. Jesus. Иисус. What do you want to say me today? Что ты хочешь мне сегодня сказать? About the story of the lost sheep. Об истории потерянной овцы. And let me start. И позвольте мне вот с чего начать. By saying something about the shepherd. Я скажу кое-что вам о пастухе. Because we have to begin with him. Потому что начать нужно с него. Jesus is of course talking about himself. Конечно же, Иисус говорит о себе. And how he wants us to be. И о том, какими он хочет видеть нас. And this man who loses the sheep. И этот человек, который теряет овцу. How is he? Каков он? Well, the significant thing about him. Но вот что важно о нем понять. Is that he notices when someone is lacking. Он замечает, что кого-то не хватает. He doesn't only count the one that is here. Он не только посчитал тех, кто здесь есть. Today, сегодня there are a lot of people in church. Много людей в церкви. And praise the Lord for that. И слава Господу за это. But there is someone. Но есть кто-то, who is not here. Кого здесь нет. And should have been here. Который здесь должен был бы быть. And Jesus и Иисус knows about that. Знает об этом. He is like this. Он таков. He counts. Он считает all the time. Все время. He counts you every day. Он считает тебя каждый день. He counts his sheep. Он считает своих овец. Are you with me? Со мной ли ты? Do you love me? Любишь ли ты меня? Does she still worship me? По-прежнему ли она мне поклоняется? With all of her heart. От всего своего сердца. Is she still following me? По-прежнему ли она следует за мной? Jesus counts every sheep in the flock. Иисус считает каждую овцу в стаде. And you are included every day. И вы включены в этот подсчет каждый день. If some of us, если кто-то из нас начинает постепенно удаляться, his heart will ache for us. Тогда его сердце будет сопереживать. Или, Amen. And this is his personality. И это его личность. It is so easy. Это так легко. Just to think about, well, there's a lot of people here. Подумать, ну здесь есть много людей. No, but Jesus also thinks. Нет, Иисус также думает. Where is he? А где же он? Where is she? Где же она? If we would be a million. Если бы у нас был миллион. And one people is starting to get lost in the world. И один человек потерялся бы в мире. The heart of Christ. Тогда сердце Христа. Would reach out after that person. Оно будет простираться именно к этому человеку. Maybe you've read about Paul in the book of Acts. Может быть, вы читали о Павле в книге Деяний апостолов. After his salvation. После его спасения. He started to preach the gospel. Он начал проповедовать Евангелие. But because of persecution. Но из-за гонений ему нужно было уйти. And he ended up in a city by the name of Tarsus. И он оказался в Тарсе. And his best friend Barnabas. И его лучший друг Варнава. You know, he came to Antioch. Он пришел в Антиохию. And there was revival in Antioch. А в Антиохии началось пробуждение. But Barnabas. Но Варнава. You know, he had this worry on the inside. У него внутри было беспокойство. Where is Paul? Где же Павел? Where is Paul? Где же Павел? What do you mean, Paul? Что ты имеешь в виду, где Павел? We have revival here. Даже здесь пробуждение. Yeah, but Paul is missing. Да, но Павла-то не хватает. Yeah, but there are so many here. Ну, как бы да, не хватает, но здесь же людей много. Praise God. Слава Богу. But where is Paul? А где Павел? And the Bible says, и вот что говорит Библия. Barnabas started to seek him. Что Варнава начал его искать. Couldn't find him. И не смог его найти. He left another city. Он ушел в другой город. And he started to seek for Paul there. И он начал искать там Павла. They had no mobile phones. И у них не было мобильных телефонов. They had no telephone. У них не было телефонных книг. So he probably walked around поэтому, in the city. Скорее всего, он ходил по городу и искал. And then he found и потом him. Он его нашел. Paul. О, Варнава. Где ты был? Я тут. No, тут. There is revival in Antioch. Там пробуждение в Антиохии. And you need to be there. И тебе нужно туда отправиться. Paul, this is not the place for you. Павел, слушай, это не твое место. You know, come with me. Пойдем вместе со мной. And he brought Paul with him. И он привел Павла с собой. Amen. And then when he came to Antioch. И когда они пришли в Антиохию. Hallelujah. Пробуждение. Now Paul is here. Сейчас Павел здесь. And these two men и эти два человека would later take the gospel
out into the world. Позднее понесли Евангелие далее в мир. And Barnabas is displaying. И Варнава как бы показывает something about how Christ is. Что-то о том, каков Христос. I remember my youngest son Andrusha. Я помню, как мой маленький сын Андрюша. He really was like this. Он таким был. When he was little. Когда был еще поменьше. Whenever we were going with the family. Куда бы мы как семья ни передвигались. He made sure everybody was there. Он следил за тем, чтобы все ходили группой. If we went into the elevator. Если вдруг мы заходили в лифт. He was standing blocking the door. Тогда он стоял и блокировал двери, чтобы они не закрывались. No, Maria is not here. О, Мария же еще не зашла. Marcus is not here. Маркус же еще не зашел. And I could say. И я говорил. Let's go, they will come. Да давай поедем, они на следующем приедут. No. А он говорит, нет. And when everybody was inside. Подождем, пока все зайдут. And then. И тогда. We could go. Можно ехать. Andrusha grew up in an orphanage. Андрюша вырос в детском доме. Without a family. Без семьи. Amen. Now he had one. А теперь у него появилась семья. And he had no one to lose. И он не хотел никого терять. Amen. When I saw him. И когда я его увидел, I thought, there we have a future shepherd. Я подумал, вот там будущий пастырь. Amen. Because this is. Потому что в этом how Christ is. Заключен Христос. He is like that. Он таков. Maybe you would say to Jesus. Может быть, ты сказал бы Иисусу. If we have someone. Если у нас вот есть кто-то. We have someone. Alex, where are you? Alex. Amen. He is the sheep. Alex будет у нас овцой. Today. Сегодня. Amen. He's going to be lost for a little while. Он будет на короткое время потерян. And then we're going to find him again. А потом мы его найдем. Amen. Alex. Amen. Хорошо. Okay. So you sit over there and be lost. Сейчас туда, пожалуйста, присядь и потеряйся. Don't be worried. Не бойся. Мы тебя спасем до того, как собрание закончится. Amen. But someone. Но где-то. You know that. One person. Есть кто-то, один человек. One sheep. Одна овца. That is not here. Которой здесь нет. But we are so many. Нас так много. Yeah, but how is Christ? Да, но каков Христос? He is for that one person. Христос, он за этого одного человека. And he will seek that one person. И он будет искать этого одного человека. And maybe you would say. И может быть ты сказал бы. But Jesus. Иисус. You are God. Ты же Бог. In heaven. На небе. There are myriads of angels. Есть тьмы ангелов. There are seraphims. Они серафимы там. Cherubims. Херувимы. And they're all worshiping you. И они все тебе поклоняются. The world is full of believers. И в мире полным-полно верующих. You have the 99. У тебя уже есть эти 99. What is he to you? Какое тебе дело до этого одного? Well, he was mine. Он был моим. And he's lost. И теперь он потерялся. And I have no one to lose. И мне некого терять. That is how he is. Вот каков он. Some people, they say, некоторые люди говорят, oh, I know the Lord. Я знаю Господа. Well, do you? Знаешь ли ты? Do you know him? Знаешь ли ты его? Do you know? Знаешь ли ты? His fervent love for the sinner. Его ревностную любовь к грешнику. Do you know? Знаешь ли ты? How he feels? Как он чувствует? When one person is not here that should have been here. Когда одного человека здесь нет, который должен был бы здесь быть. How he can miss somebody? Как он может о ком-то скучать? How his love will reach out for the one? Как его любовь стремится к тому одному? That is getting lost somewhere. Который где-то потерялся. Amen. You know this story. Эта история. It carries no exaggerations at all. В ней нет никаких преувеличений. This is the servant. Это, this is the master. Это господин. That we serve. Которому мы служим. This is how he is. Это описывает его. This is how he loves. Вот каков он, как он любит. This is how he cares. Вот как он заботится. For one person. За одного человека. Who has gone astray. Который ушел. This is the gospel. Это Евангелие. He's counting you, my friend. Он считает тебя, мой друг. Every day, каждый день. As he's counting all his other sheep, как он и считает всех других овец. And he has no one to lose. И ему некого терять. And he's cared for the individual. И он заботится о каждом индивидуально. His willingness, его желание to search and find who he was getting заключается lost. В том, чтобы искать и найти того, кто потерялся. He wants to be manifested in the church. Он хочет проявить себя в церкви. Think about this shepherd. Задумайтесь об этом you пастухе. Know how he comes home. Вот как он приходит домой. You know, you are the 99. Вот вы 99. Алекс, I mean, he's the lost. Алекс потерялся. And here we are. И вот мы здесь. All of us. Все мы. Big church. Большая церковь. But he's restless. А он в беспокойстве. He doesn't want to eat. Он не хочет есть. He doesn't want to have supper. Он не хочет ужинать. He know. Он знает, still one out что по-прежнему есть один там. And maybe someone that is not like him. Может быть, есть кто-то, кто не таков, как он. But you have so many. Который скажет, слушай, ну у тебя и так много есть. But it's not the question of that. Да дело-то не в этом. He. Он. Тот, кто нужен мне сейчас.
And then comes the next step in this parable. И тогда в этой истории мы переходим к следующему шагу. When he says, когда он говорит, he starts to search for him. Что он начинает его искать. Amen. He's lost. Он потерян. But he is not forgotten. Но он не забыт. And then this shepherd. И тогда этот пастух. Goes out to find him. Он выходит для того, чтобы его найти. He does something. Он делает что-то. And what Jesus said here. И вот же что Иисус говорит. He said that he leaves the 99. Он оставляет 99. And my friend, you will not understand this parable without this phrase leaving the 99. Друзья, вы не поймете суть всей истории, если не поймете фразы той самой, что он оставляет 99. Because these very words. Потому что именно эти слова. Is what gives the full meaning of the parable. Дают полноту значения этой притчи. That the 99. Что 99. They are the righteous. Они праведники. They are those that come to church on Sunday morning. Они те, которые приходят в церковь по воскресеньям утром. Giving tithes. Дают десятины. These are the good ones. Это хорошие. These are you. Это вы. Amen. The one. Но есть тот один, you know, he is the bad guy. Который плохой, he is not tithing. Который и десятину не дает, и в церковь не ходит, he's behaving bad. И плохо себя ведет. But he leaves the 99. Но он все равно оставляет 99, to go and find that. Чтобы пойти и найти того. Because he is merciful. Потому что он милостив. Because he is not like us. Потому что он не подобен нам. Because he is God. Потому что он Бог. Because he doesn't care. Ему нет дела. How guilty he is. До того, насколько он виновен. All he knows. Все, что он знает, is that he is lost. Это то, что он потерялся. And he knows. И он знает, that he has been wandered, you know, wandered away for a while. Что он ушел на какое-то время. Okay, so he has done that. Ну хорошо, ушел. But the shepherd cannot stand the thought. That he might be lost forever. Но пастух не может устоять и принять эту мысль о том, что он может быть потерян навсегда. So he goes out. Поэтому он выходит. And trying to find him. И пытается его найти. I mean, seeking after him. Ищет его снова и снова. This is how Jesus is. Вот каков Иисус. I mean, and this is how we as Christians. Именно такими мы, христиане. This is how we are. Такими мы должны быть. The word Christian, слово «христианин» was first used about the believers in Antioch, впервые было использовано верующими в Антиохии. And it means a little Christ. И это означает «маленький Христос». Oh, that is such, this is such good name. Это замечательное имя, правда, которое мы можем нести. This is who I am. Вот кто я. This is who we are. Вот кто мы. We are a little Christ. Мы маленькие Христы. We are like him. Мы как Он. We have his heart. У нас сердце, как и Его сердце. This guy, и этот человек, he maybe doesn't deserve it. Может быть, он не заслужил того. But that's not the question. Но в этом-то вопрос не стоит. He is lost. Он потерялся. And the shepherd, и пастух. His heart goes out его to him. Сердце простирается к нему. So Jesus says, поэтому Иисус говорит, he leaves the 99. Он оставляет 99. Doesn't mean that he leaves them forever, это не означает, что Он оставляет их навсегда. But Jesus said that, so we would understand, но Иисус сказал это, чтобы мы поняли, that he, что Он is not in any way diminished. Никоим образом не унижен. He is not inferior. Он не стал хуже. Jesus is not thinking, Иисус не думает так. Oh, I'll rather stay with the о, лучше я останусь с кем-то хорошим. No, нет. He's looking for the lost. Он ищет потерянных. He's looking for the rebellious. Он ищет даже бунтовщиков. For the pride. Тех, кто возгордился. For the sinners. Грешников. To bring them back. Чтобы вернуть их назад. To the place where they need to be. К тому месту, где они и должны быть. Amen. Listen to me. Послушайте меня. Jesus says in this parable, Иисус сказал в этой притче. He uses this phrase. Он использует эту фразу. And if he loses one of them. И если потеряет одного из них. Can you feel the fire in that place? Можете ли вы почувствовать огонь в этой фразе? If God, если Бог loses one of these little ones, потеряет одного из малых сих, what happens with him? Что с ним происходит? Comes alive. Он оживает. Well, he is always alive. Но вообще-то он всегда живой. But he will start но to look. Он начнет искать. He will start to go. Он начнет идти. Lose one of those whom the Father gave me. Потеряю ли я одного из тех, кого Отец мне дал? Lose one of those for whom I died. Потеряю ли я одного из тех, за кого я умер? One who once said, того, кто однажды был. Jesus, Иисус, you shall be my Lord. Иисус, он однажды говорил, ты будешь моим Господом. Shall I lose him? Потерять ли этого человека? No, I shall not. Нет, я его не потеряю. He is lost. Потому что он потерян. But he will not be lost forever. Но он не будет потерян навеки. Amen. Аминь. And then the shepherd, и тогда пастух, he sets out, он начинает. And Jesus, he uses this word, Иисус использует это слово, that he went out
to search for him. Он пошел его искать. And so what he's doing now? И что же он теперь он делает? This is not картонная евангелизация. Это не картонная евангелизация. That is very good. И она очень хороша. But now he's aiming for one person. Но сейчас он нацелен на одного человека. He remembers his name. Помнит его имя. But he's lost his phone number. Но он потерял его номер телефона. Has lost his address. Потерял его адрес. But somewhere in Moscow. Но где-то в Москве. He is. Он есть. Somewhere in this city. Где-то в Москве, в этом городе. He is sitting. Он сидит. And I know, и я знаю, it is not well with him. Что с ним не все хорошо. So I have to find him. Поэтому мне нужно его найти. I have to search for him. Мне нужно его искать. You know, my friend, sometimes, знаете, друзья мои, иногда God calls us to search. Бог призывает нас, чтобы мы искали. How much is he worth? Вот сколько он стоит? How long is he worth searching for? Сколько стоит его искать? Well, this story says, но эта история говорит that нам, he will search until he finds him. Что он будет искать его до тех пор, пока не найдет. That's the Lord we serve. Это Господь, которому мы служим. That's how he is. Вот каков он. He keeps on looking. Он продолжает искать. You know, and sometimes, и иногда, you know, when you reach out to help someone, that is lost. Когда ты простираешься, чтобы помочь кому-то, кто потерян, that is not in the Christian fellowship. Который не в христианском общении, you know, that is not walking with the Lord. Который не ходит с Господом. Sometimes, иногда you just make a phone call, ты делаешь телефонный звонок, and everything is okay. И уже все хорошо. That's happened to me. Такое со мной происходило. Called somebody, я позвонил кому-то, and then, bing, oh, thank you, Matsula, и вдруг человек говорит, спасибо, Мацула, and suddenly the person, и вдруг comes back to the он Lord. Возвращается к Господу. Other times, в другие времена, you call one year. Ты звонишь ему год, another year. И еще один год, and many years. И много еще лет, and you just keep on reaching продолжаешь out. Стремиться к нему. And may God give me the grace. И даст мне Бог благодать, that I will never give up. Чтобы я никогда не сдавался. As long as I live. До тех пор, пока я жив. If I know, если я знаю, that they are there. Что они там есть, but they are departing from the Lord. Но они ушли от Господа, that I will seek them, я буду with искать the same их. Intensity, as Jesus is. С точно такой же интенсивностью, как Иисус ищет. Do you believe that? Верите ли вы в это? Let's give the Lord of the heart. Давайте Господу Amen. Дадим аплодисменты. Итак, он решает идти. You know, and he's looking for him. И он ищет его. You know, where he can find. Где же он может его найти? You know, my grandmother. Знаете, моя бабушка. She grew up in a Christian home. Она выросла в христианском доме. She prayed my father into the kingdom of God. Она промолила моего отца, чтобы он пришел в Царство Божие. And in her home. И в ее доме. You know, they had meetings there all the time. Проходили постоянные богослужения. They were so fervent believers. Они были очень ревностными But верующими. But they had this one brother. Но был там один брат. And when he grew up. И когда он вырос. He was not a believer. Он был неверующим. And they tried to get into church. И они пытались его вернуть в церковь. Again and again. Снова и снова. But he did not want to. А он не хотел. He made money. Он зарабатывал деньги. And he worked up a name in the city to be stingy. И в городе он был известен за свою жадность. But you know something? Но знаете что? When I was a youth pastor in that church. Когда я был молодежным пастором в той церкви. Where my grandmother went. Там, где была моя бабушка. And when this man, he was around 75 years old. И когда этому человеку было лет 75. He walked with a он пришел с такой палочкой. And you know, and Ramani was around 75 years old. И когда ему было около 75 лет. Then suddenly, тогда вдруг he came. Он пришел. He came to church. Он пришел в церковь. He gave his life to Jesus. Он отдал свою жизнь Иисусу Христу. And can you imagine, можете ли вы представить what a себе, joy for his brothers and sisters. Какая была радость у его братьев и сестер. They've been calling him. Они звали его all his life, всю его жизнь. But do not give up. Но не сдавались. He was lost, он был потерян. But he was not lost forever. Но он не был потерян навсегда. And I remember, я помню, one particular meeting, однажды на одном конкретном собрании было членское собрание. And when I dissolved the meeting, и когда я уже собирался распускать he собрание, stood up, you он know. Встал, you know, leaning on his, облокачивался на свою палочку, and he said, Matsula, и он сказал, Мацула, you cannot close the meeting yet. Ты еще не можешь закрыть собрание. You have not taken up an offering. Ты еще пожертвования не собрал. We must give to the Lord. Мы должны Господу давать. You know, God can change the Вы знаете, heart of Бог man. Может изменить сердце and человека. Even when they are 75, даже когда ему 75 лет, he can make the stingy generous. Он может сделать жадину щедрым. Аминь. И есть так много подобных историй. Аминь. В Царстве Божьем. And I don't know, я не знаю, whom you know, кого ты знаешь. But I know, но я знаю, you know, что кого-то ты знаешь. Аминь.
And Christ, и Христос, he, this is what he's doing all the time. Вот чем он занимается постоянно. He's always after the one. Он всегда ищет одного, in a particular, конкретного, the one that was his. Того, кто однажды был его, the one that the Father gave him. Того, кого отец ему дал, but has wandered astray for some reason. Но который ушел по каким-то причинам. Amen. Аминь. And he wants us. И он хочет, чтобы he мы. Wants us to be like him. Он хочет, чтобы мы были как он. And that is why, и именно поэтому, when he says like this, когда он говорит следующие слова, that when he found him, найдя же его, he said that he lays it on his shoulders, он возложил его себе на плечи, радуясь. Когда он приходит к нему, him, и он находит его, he написано, он берет его за ухо и трижды скручивает. No, he didn't do that. Да нет, не делал он ничего такого. He took, нет, написано, что он взял его на плечи, on his shoulders, на плечи свои, because he couldn't go. Потому что он сам yet. Не мог еще идти. He needed help. Ему нужна была помощь. Не, еще было недостаточно лишь его найти. Может быть, овца заболела. Может быть, сломала ногу. А может быть, просто истощилась. Но овца не могла идти. Поэтому он возложил ее на плечи. С радостью, Библия говорит. И он носил много бремени. Но это бремя было хорошее, которое можно было нести. И Библия говорит, что Иисус понес его. Потому что зачастую так и происходят дела. Можешь присесть здесь. Ты уже на пути домой, но еще не вернулся. Потому что некоторые люди, им нужна помощь. Им нужна помощь, чтобы их вернули назад. Нужно, чтобы кто-то провел с ними время. Нужен кто-то, кто будет говорить с ними, проконсультирует. Потому что люди теряются по разным причинам. Некоторые просто отступники. Такие жесткие отступники, которые ушли от Господа, ушли из церкви, потому что хотят жить во грехе, как блудный сын. До свидания, папа. Я не хочу быть в твоем доме. Я хочу и быть с проститутками там. Я хочу веселиться. Я хочу жить свою жизнь. You know, in partying, веселясь, and he did that. И он так сделал. Some people are like that. Некоторые люди именно такие. But the prodigal son, но блудный сын, finally, в конце концов, he discovered there was nothing there. Обнаружил, что в той жизни нет ничего. And after a while, и спустя какое-то время, he started to long back, он начал стремиться к тому, чтобы вернуться. To the house of the father. Вернуться в дом отца. Some people are like that. Некоторые люди именно такие. They are hard. Они жесткие. They don't want to go to church. Они не хотят ходить в церковь. They don't want to be with God. Они не хотят быть с Богом. No, I want to live this way. Нет, я хочу жить так, как хочу. Don't give up on them. Но не сдавайся в них. Jesus will keep on looking. Иисус продолжит их искать. He will keep on calling. Он продолжит их звать. As long as there is time. До тех пор, пока есть время. My father, мой отец, he grew up in a Christian он вырос в христианском доме. But he left. Но он ушел. He left the faith of his parents. Он оставил веру своих отцов. He left the church he он оставил was in as a child. Церковь, в которой он был как ребенок. And out in the world, и ушел в мир, you know, to have fun. Для того, чтобы веселиться. But they never stopped praying Но они for him. Никогда не переставали за него молиться. They never stopped calling him. Они никогда не переставали его звать. And then suddenly one day, и потом однажды, один день, when nobody expected, когда уже никто не ожидал, my father showed up мой отец in a meeting, пришел на собрание. And the whole city was shocked when he gave his heart to Jesus. И весь город был шокирован тем, что он отдал свое сердце Иисусу. And one year later, и один год спустя, he was a preacher and a pastor. Он уже стал проповедником и пастором. Аминь. And this is это how Christ is. Показывает нам Христа. He goes он идет after the hard-hearted. За теми, у которых жесткое сердце, за бунтарями. Он хочет сделать это через тебя и через меня. You know, when we were seeking, когда мы искали, you know, so this, sheep in the mountains, когда я искал этих овец, потерянных в горах, every summer, потому что каждое лето all our sheep, they were walking free in the mountains, все наши овцы, они, мы их свободно выпускали в горы, but when autumn came, но когда наступает осень, we had to bring them home мы to должны the farm, их обратно собрать на ферму, because soon winter comes, потому что скоро ведь eat. Будет зима, и им нечего там будет есть. So sometimes, when we поэтому иногда, когда мы приходили и искали, и вот мы находили одну, они убегали.
They ran away. Они убегали. Ну, побыстрее. Quicker. They ran away. Они убегали. And we thought, crazy sheep. И мы думали, дурная овца. I'm trying to save your life. Я пытаюсь же твою жизнь спасти. But they ran away from us. Они все равно убегали от нас. Because I knew. Потому что я знал. No. Беги. I knew. Я знал, that if he's gonna stay here, что если он здесь останется, soon it's gonna be snow. Скоро будет зима, you know, he's gonna die. И он умрет. Аминь. And finally we cornered him. И в конце концов мы загоняли ее в угол. And we got him. И ловили ее. So I am actually saving your life. Я говорю, слушай, я тебе жизнь пытаюсь спасти. But it seems as he wouldn't be saved. Но казалось так, что она не хочет, чтобы ее спасли. But when he came home. Но когда овца возвращалась домой. To the farm. На ферму. And he could eat in the winter. И смогла покушать зимой. He said. Говорила. Спасибо. There will be people. Будут такие люди, that you will reach after. За которыми ты будешь простираться. They will not thank you. И они тебе даже не поблагодарят. They maybe will mock you. Может быть, даже будут над тобой насмехаться. But be like Jesus. Но будь как Иисус. Just keep on reaching on. Продолжай к ним стремиться. Because he doesn't want any one of these. Потому что он не хочет, чтобы одна из них потерялась. Amen. Some people. Некоторые люди. Just backsliders. Они отступники. But other people. Но другие люди. You go sit down. Присядь там еще раз. They are lost. Just because they're lost. Они потерялись просто потому, что потерялись. You know, they moved to Yuzhnoye Butovo. Переехали в Южное Бутово. And they give birth to five children. Родили пятерых детей. You know, and can't pay the rent. Не могут за аренду там заплатить. You know, and life is difficult. Жизнь для них стала трудной. Quarreling with my husband. Ругаются там с мужем. And somewhere. И где-то потеряли связь с Господом. Контакт с церковью. They never meant to leave. Никогда не хотели особо уходить. But because of the circumstances of life. Но из-за жизненных обстоятельств, you know, they just became like this. Так получилось. And they are lost. И они потерялись. But they need someone. Но тогда им нужен кто-то, just to come and find them. Кто придет их и найдет. Amen. And talk with them. Поговорить с ними. And help them. И поможет им. Take them and drive them to church. Возьмет их и отведет в церковь. Says, we need you. Скажет, мы нуждаемся в тебе. The Lord needs you. Господь нуждается в тебе. Think about Paul. Подумайте о Павле. He was like this. Он был таким. He got lost in Tarsus. Он потерялся в Тарсе. You know, Tarsus is a Greek word. Вы знаете, Тарс — это греческое слово. And it means Южная Бутово. И означает Южная Бутово. And he was just there. И он просто he был was там. In the wrong place. Это было в неправильном месте. You know, Paul, what are you doing here? Павел, you know? Ты чем здесь занимаешься вообще? And he brought and Barnabas brought him with him. И Варнава взял его с собой. There are people out there. Есть люди там. Out in Moscow. Люди там в Москве. They never meant to leave the Lord. Они не собирались Господа оставлять. They never wanted to do that. Не хотели этого делать. But they got caught by life. Но каким-то образом жизнь подставила все. And they're just waiting. И они ждут. That some of us. Ждут, что кто-то из нас. Will knock on their door. Постучится к ним в дверь. Tell them that they are beloved. И скажет им о том, что они возлюблены. Tell them that they are needed. Скажет им о том, что они нужны. Help them. И поможет им. With circumstances of life. Справиться с жизненными обстоятельствами. And help them back. И поможет им вернуться назад. Into relationship with the Lord. Во взаимоотношения с Господом. Jesus brought this lamb back to the flock. Иисус взял эту овцу и обратно вернул ее. There was a place where he belonged. К стаду, потому что было место, которому он принадлежал. Together with other sheep. Там он должен был быть с другими овцами. And the place of a Christian. Место, где христиане. Is of course in a church. Это, конечно, в церкви. Where God is worshiped. Там, где Богу поклоняются. Where he can grow spiritually. Там, где можно расти духовно. Receive the word of God. Принять Слово Божье. Comfort and help. Утешить и помочь. He can be a blessing to others. Там, где он сможет стать благословением для других. The place that God has for all his children. Место, которое есть у Бога для всех его детей. The body of Christ. Тело Христа. So the shepherd brought him back there. Поэтому пастырь вернул его назад. And because he helped him on the journey. Из-за того, что он помог ему. You know, then after a while. Спустя какое-то время. Then of course he could manage more by himself. Конечно, уже овца смогла справиться самостоятельно. This is how Christ is. Вот таков Христос. But is the church like this? А церковь такая? Are we like that? Являемся ли мы такими? Because as he is, потому что каков он, so are we такими и мы должны быть в этом мире. Пожалуйста, присядь еще раз. Итак, есть кто-то? Кто-то, кто отступает. И говорит, хочу жить во грехе. Другие, они просто потерялись. И есть еще другие, которых здесь нет.
Потому что их ранили. Что-то с ними произошло. Какая-то трагедия. Maybe somebody died. Может быть, кто-то умер. Close to them. Близкий человек. Maybe somebody in the church offended them. Может быть, кто-то в церкви их обидел. Maybe a conflict was. Может быть, был конфликт. Maybe somebody really did something wrong to them. Может быть, кто-то сделал что-то неправильное по отношению к ним. And they're wounded on the inside. И они стали, получили рану, внутреннюю рану. And you and I can say, и мы с тобой могли бы сказать, that's your own fault. Это его вина. Well, I don't care. А мне дело не до этого. Whose fault is this? Чья это вина? My Lord. Мой Господь. Has no one to lose. Ему некого терять. Has no one to lose. Он никого не собирается терять. This story. Эта история. Doesn't say anything about the guilt of the lamb. Она не говорит ничего о вине этой овцы. Of course, at the end of the day, he must take responsibility for his own life. Конечно, в конце концов, человеку нужно взять ответственность за свою жизнь. But the shepherd. Но пастух. He keeps on looking for. Он продолжает искать. And there are those people out in Moscow. И есть люди в Москве. And they are sitting there. И они сидят там, они ранены внутри, и им нужен кто-то, кто придет и поговорит с ними, поплачет с ними, выслушает их, поможет им, поможет им победить. Иногда есть конфликты. Вы представить себе не можете, сколько я провожу времени в том, чтобы примирить людей. Потому что сердце человека иногда может быть очень жестким. Но Иисус сказал, блаженны миротворцы. Может быть, здесь присутствующих людей есть кто-то, кто чувствует себя очень раненым. Может быть, вы смотрели что-то по интернету. Может быть, кто-то что-то не так сделал по отношению к тебе. Но послушайте меня. Вы не можете позволить себе ради Господа не можете. Вы не можете позволить себе закопать свой талант, потратить свою жизнь. Потому что жизнь, она вечна. There is too much at stake. Есть слишком много. Wounds can be too much at risk. Есть слишком... Это большой риск. Okay. This is too important. Это слишком важно. No, this is about your life. Потому что это касается твоей жизни. Wounds can be healed. Раны могут исцелиться. But, you know, hearts can be restored. Сердце может восстановиться. The broken-hearted. Сокрушенное сердце can come back to the Lord может again. Вновь вернуться к Господу. Amen. This is what the Lord wants. Именно этого хочет Господь. And sometimes we will be His vessels for doing that. И иногда мы станем с вами для, сосудами для того, чтобы это произошло. In Philippians, the fourth chapter, Филиппийцам, 4 главе, Paul writes to two people in Philippi. Павел пишет двум людям в Филиппах. Иудея and Синтихия. Иводия и Синтихия. And he writes to them. И он пишет им. Be reconciled. Примиритесь. We don't know what happened. Мы не знаем, что произошло. But we know it was a conflict. Но мы знаем, что между ними был какой-то конфликт. And maybe none of them would be in church. И может быть, никто из них не ходил в церковь. And Paul says, I implore you. И Павел пишет им, умоляю вас. Be at peace. Примиритесь. Come together. Соединитесь вместе. And he writes to the church. И он пишет церкви. Help these two. Помогите этим двум. They are good people. Потому что они хорошие люди. But they are hurt. Но они ранены. They are in conflict with each other. Они в конфликте друг с другом. But you. Но вы. Help them. Помогите им. To be reconciled. Чтобы они примирились. Help them. Помогите им. To come back again. Вернуться. Amen. And this is sometimes. И именно это иногда. What the Lord wants us to do. То самое, что Господь хочет, чтобы мы делали. The thing is. Вот что. That he will keep on seeking. Он продолжит искать. After all these people. Он будет искать всех этих людей. No matter. Независимо. How many we would be. От того, сколько нас будет. How many Christians will be in the world. Сколько будет христиан в мире. He will always be like this. Он всегда будет таким. Leaving the 99. Он будет оставлять 99. And he will reaching out. И он будет простираться. To the one that needs him. К тому, кто нужен ему больше всего. Carrying. Он будет нести его. He doesn't deserve this. Он этого не заслужил. I know that. Я знаю это. But he's mine. Но он мой. The Father gave him to me. Отец дал мне его. I died for him. Я умер за него. And I'm gonna take him home. И я возьму его домой. He's gonna be with me forever. Он будет со мной вовеки. And at the end of the day, и в конце дня we will all give the glory to him. В конце концов мы все равно славу Богу отдадим. It was only his grace. Потому что это по его благодати. Amen. That saved us. Его благодать спасла then, нас. When Jesus ends this story, и вот, когда Иисус заканчивает эту историю, you know, he says that he brings him home. Он берет его домой. And then, you know, wow, he's back again. Он вернулся назад. And then he makes a big point out of this. И он делает в этом, на это большое ударение. The great
великая радость, которая высвобождается. Большинство историй, которые рассказывает Иисус, в основном именно об этой радости. How this man, о том, как этот человек. You know, he's not just happy for himself. Он не просто рад за себя. He has to share it with somebody. Он должен поделиться этим с другими. So he calls his friends together. Поэтому он собирает своих друзей вместе. And he makes a big celebration. Он делает огромный праздник. And he says this, и он говорит, это my sheep, моя овца, he was lost, которая была потеряна. He wandered astray. Она ушла. But now, но теперь it's back again. Вернулась. Rejoice together with порадуйтесь вместе со мной. Why is Jesus saying this? Почему Иисус это говорит? Again, снова. To make all of us understand, для того, чтобы мы все поняли, how important this person is, насколько важен этот человек. And how much it is worth to sacrifice to find him and bring him back. И это стоит того, чтобы жертвовать чем-то и пойти за ним и вернуть назад. In all these three stories, во всех этих трех историях Jesus ends with a big celebration. Иисус заканчивает историю большим праздником. I found the coin, нашла монету. And again, bringing all friends together, собрала всех друзей вместе. When the father got home his son, или когда отец заполучил своего сына назад, who spent his money, который потратил все свои деньги, been living in revelry and жил partying, веселясь, поступая неразумно. Says, он говорит, давайте заколем самого откормленного тельца и отпразднуем. Потому что это мой сын. Он был потерян. Но теперь послушайте меня. Он не был потерян навсегда. Он был потерян лишь на время. А теперь он вернулся назад. И все заканчивается большим-большим праздником. Почему Иисус говорит все это? Есть только одно в этом послании. Он таков. И Он хочет, чтобы мы были такими. Нет радости больше, чем радость спасения. Нет ничего, что принесло бы больше радости христианину, чем когда ты возвращаешься домой с кем-то. Нет ничего, что добавит больше радости в церковь, чем когда мы принимаем одного грешника, говоря, «Я прихожу к тебе, Иисус». И нет ничего, что принесло бы больше радости на небе. Можете себе представить, что Иисус говорит? Он говорит, «Вот мы здесь, 99 из нас, праведников». Сергей, Мацула и Давид. И Давид точно. И вот мы все. И мы очень такие освященные, святые. Аминь. Слава Богу. Слава Господу. Время пожертвования. И вот приходит этот человек. Грешник. И он падает на свои колени. Еще раз. Он падает более так... Драматично. Yes, okay. And Jesus said, Иисус говорит, все небо будет о нем одном больше радоваться, чем о нас. Можете ли вы разделить эту радость с Иисусом? Или вы скажете, вообще-то, я думаю, ты бы лучше обо мне порадовался. Похожи ли мы на Христа? Есть ли у нас сердце, как у Него? И Он говорит, будет больше радости об одном грешнике, кающемся, который был потерян. И теперь он уже не был потерян навсегда. Он уже не был потерян навсегда. Он вернулся. И небеса радуются, цветут, и ангелы, и церковь, и 99. И они все говорят, «Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!» И другие церкви. И вот такая должна быть церковь. Спасибо, Алексей, большое. Давайте Алексу поаплодируем. Вот таковой должна быть церковь. Вот что принесет жизнь Божью. Вот что принесет радость Господню в тело Христа. И вот мы здесь, сегодня, в этом замечательном, большом, красивом городе Москве. И там есть большая жатва людей, которые никогда не знали Господа. Но есть также жатва о тех, которые однажды Его знали,
once here. А тех, кто однажды здесь был. But they are lost somewhere. Но они были где-то потеряны. God wants us. И Бог хочет, чтобы мы помнили и это об этой жатве. God wants us to do what he Бог хочет, чтобы мы делали то, что Он делал. Okay. Хорошо. I'm going out searching. Я пойду и буду искать. And I'll come home. И я вернусь назад. With the lamb on my neck. С агнцем на своих плечах. And all God's people и весь Божий народ сказал. Amen. Let's give the Lord a big давайте Господу поаплодируем. Let's give the Lord a big давайте Господу поаплодируем. And let's stand up everybody. Давайте все встанем. Amen. Heavenly Father, Небесный Отец, we thank you today, мы благодарим Тебя сегодня, Lord, Господь, for this story, за эти истории, for the fire that is in this story. За огонь, который есть в этих историях. For the zeal that is in this story. За ревность, которая есть в этих историях. For what this story says about you. За то, что эти истории говорят о тебе. And what it says about the church. И за то, что они говорят о церкви. Father, we pray. Отец, мы молимся. And we talk about evangelization. Чтобы по мере того, как мы говорим о благовестии. That you will also give us your heart. Ты дал нам сердце как твое. Lord, that we can feel what you feel. Чтобы мы могли чувствовать то, что чувствуешь ты. That we can be the way that you are. Чтобы мы могли быть такими, какими являешься ты. Спасибо тебе, Господь, за то, что приходит, за богатство, которое приходит, обогащение, когда мы поднимаем свои глаза и видим жатву, которая вокруг нас. Спасибо, Господь, за благодать, которая приходит на церковь, когда мы начинаем делать то, к чему ты нас призвал. Во имя Иисуса. Аминь.